Жители девятиэтажки в Уральске жалуются на неработающий лифт. Люди говорят, что подъемник не функционирует с момента ввода дома в эксплуатацию. Жители вынуждены ежедневно подниматься по ступенькам, что вызывает дискомфорт, особенно для тех, кто живет на верхних этажах. Однако ответственные лица пока не спешат решать проблему. Мы разобрались в ситуации. Жители дома, расположенного по адресу улица Мукиола, 79/1 в поселке Зачаганск, обратились в редакцию нашего телеканала с жалобами на неработающий лифт. Оборудование установлено, но никогда не эксплуатировалось. Ступеньки становятся настоящим испытанием для жильцов. Особенно нелегко беременным женщинам, детям и пожилым людям, которым без лифта подниматься на верхние этажи очень затруднительно. Я сам живу на 8-м этаже. Лифт не работает с момента ввода дома в эксплуатацию. Сначала нам говорили, что это связано с ремонтными работами, но уже больше года прошло, а мы до сих пор не можем воспользоваться лифтом. Обращались во все инстанции. Оказалось, что между застройщиком и лифтовой компанией есть какие-то несогласия. С благоустройством тоже проблемы. Нет ни детской площадки, ни скамеек, ни мусорных урн. Не смог никто до сих пор оказать содействие. До сих пор жители без лифта живут. Уже вот год. Получается, застройщиком является СВ+. Есть пожилые люди, которые не могут элементарно спуститься и подышать свежим воздухом. На сегодняшний день проблема номер один. Мы самостоятельно, своим ходом пытались выяснить, разобраться, привести в порядок все это, но нам не удалось. Если СВ+, нам ничего не отвечает. Мы заказное письмо отправляли не раз. Ответа ни в электронном виде, ни в письменном виде не было. Чтобы разобраться в проблеме, мы связались с компанией, установившей лифт. Выяснилось, что застройщики задолжали лифтовой компании. И это одна из причин, почему оборудование не эксплуатируется. С нашей стороны все работы завершены. Лифт в исправном состоянии. Но нужен ответственный за дом, который заключит с нами договор и поставит лифт на учет. А застройщики не заплатили за нашу работу. Сейчас мы находимся у компании СВ+, которая является застройщиком дома, расположенного по улице Мункеола, 79/1. Наша съемочная группа пришла сюда за ответом на проблему. Однако руководство не вышло навстречу, а организация до сих пор не предоставила ответа. Амина Махсотова, Нурлан Кунашев, Марлен Искалиев, Аймурат Джагапар, телеканал ТДК-42.